Всем привет зрителям, подписчикам. Сегодня у нас 3 марта. Начинаем монтаж теплицы Уральская VIP шириной 3 метра, длиной 6 метров с перегородкой. Собираем фундамент из бруса 100 на 100, брус пропитан антисептиком. Фундамент собрали, каркас почти собрали, крепим к брусу. Осталось поставить еще один торец, арку, и будем крыть. Вот каркас у нас стоит. Сейчас начнем крыть поликарбонатом. Кроем поликарбонатом. Так, теплица почти готова. Осталось прокрутить термошайбу на покрытие. Двери у нас уже в поликарбонате. Форточный блок доделывается. И установить систему подвески. Уральская 3х6 с перегородкой. Три двери на брус. На эти бетонные, как они? Блоки. Блоки. Так получилось у нас уральская. По торцам у нас установлены разрезные двери форточки. Плотненько закрыто. Внутри имеется перегородка. Также есть форточный блок в каждом отсеке. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 40. Это несущая арка, подпирающая арка из трубы 20 на 20. Арки сделаны в виде ферм. Все это добро стоит у нас на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком и закреплен к бетонным тумбочкам с помощью дюпелей и пластин. Поликарбонат 0,7 плотности. По торцам установлен у нас резиновый торцевой уплотнитель, и поликарбонат защищен торцевыми профилями. Теплицу вот ребятам приехали, значит, очень организованно сработали, все чисто, остались мы довольны, очень довольны. Так что кому надо, пожалуйста, заказывайте. Вот у них уральские усадьба. Откуда узнали о нашей компании? Пожалуйста. Так, узнал я от товарищей, которым тоже ставили такую, посмотрел, у него все растет отлично. И самое главное, качественная работа, все сделано. Здорово. Так что благодарю вас. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.